Так, так, так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуку Family. Если вы видите данные на экране, то мы начинаем проходить такую классику, как Half-Life. И все знают Half-Life 2, но не все знают Half-Life 1. Это не Black Mesa, это улучшенная версия оригинала, полностью на движке Source, с улучшенными текстурами, моделями и так далее. С вами Денис, с вами Казуку Family. Все присаживайтесь поудобнее, а мы погрузимся в эту необычную, классную, офигенную атмосферу. История начала Гордона Фримена, который прибыл в Black Mesa. Ну и мы узнаем, что дальше. Что дальше, что дальше. Так, я пока что проверю... Так, а что я хотел проверить? Чувствительность, уровень сложности. Субтитров тут нету, да? И они, по-моему, даже не в графике. Быстрая смена оружия. Фу. Это если закончатся патроны, да? Ну лады. Так, подожди, а сложность я настроил? Да? Так, присаживайтесь поудобнее, не забывайте про лайки, колокольчик, приглашать друзей, а мы погнали, дружочек. Half-Life. Half-Life. Ты без ту, мать твою. Здравствуйте, добро пожаловать в систему перевозок «Черная Месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная Месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Интересненько. Так, а что же будет дальше? Так. О, данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административные здания сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9 и сесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная Месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Ну да ладно. Вначале тут девушка говорила. Но почему-то здесь она не говорит. Может, просто решили в этой версии... Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черной Мессы». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Так, ладно, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек. С вами Казуку Фэмили, мы начинаем историю Гордона Фримена. Я не знаю, до этого, может быть, глюки были со звуком. Так что, извините, пожалуйста, ставьте лайки, приглашайте друзей. Мы начинаем историю Half-Life 1 с Гордоном Фрименом. И чё? А, окей. Надеюсь, меня слышно. Блин, с этими наушниками одна проблема, вот честно. Особенно, когда впереди отходит порт. Это просто какой-то кошмар. И куча загрузок. Ладно. Напоминаем, что курсы по выживанию в критических ситуациях
пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет объявлена отдельно. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником черной мессы? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам черной мессы. Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Это хорошо. Равные возможности – это всегда хорошо. Напоминание всем сотрудникам черной мессы. Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре черной мессы. Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. Сектор Си? Ладно, сектор Си. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Окей. Доброе утро, господин Фриман. Вы, кажется, запаздываете. Господин, нихуя себе. А ты чё, моя госпожа, что ли, да? Мужик, я, конечно, о госпоже хотел, но не мужского рода госпоже. Так что не надо меня господином называть. Ты сам понимаешь. Я вроде бы... Ладно. Так. Не смотри ты так на меня. Я не господин тебе. Понял? Так. Ты, он там что ли останется? Я думал, он с нами пойдет. Да. Аномальные материалы. Ну. Нихрена себе. Движухи тут. Здравствуйте, господин Фриман. У нас для вас была куча писем, но после зависания системы я еще восстанавливаю файлы. Плохой день. У них были проблемы в камере испытаний 2. Ну, кажется, теперь уже все в порядке. Они просили вас поскорее подойти. Так, я что-то не поймал, почему у меня не высвечивается гребаный Steam? Так я и думал. Так, а тут можно прикольнуться с этим приколом? Подожди. О, Боже, что эй, ж ты делаешь? Остановись! Ну давай, давай, Гордон, ты хочешь меня подставить? Почему все должны носить эти дурацкие галстуки? Дресс-код, чувак. Подожди. Почему я не могу нажать еще раз? Как странно. Странно, что я Гордон Фриман? Интересно. Так, ладно. Час. Я засеку время.
Так, 18. Угу. Ладно. Так. Ну, прикольная тут лаборатория. Я просто... Сегодня так... большой день, Фриман. Доброе утро, Гордон. Ну, такое себе. Подожди. Я обратно хотел. Твою мать. Или это не здесь? А. Привет. Здорово, Казанова. Так, подожди. Ага, костюм. Привет. Здорово. Ага. Вода. Так, подожди, а где Фриман? Ладно, сначала костюм оденем. Тот самый костюм. Так. Здравствуйте. Это система защиты H и F модели 4 для использования в агрессивной среде. Ударопрочная броня включена. Датчик отравляющих веществ включен. Контроль состояния организма включен. Система жизнеобеспечения включена. Система выбора оружия защиты включена. Такое количество энергии восстановлено до переговорного устройства включено. Безопасного вам дня. Окей. Так, костюм мы взяли, это хорошо. Значит, валим дальше. А по работе туда, что ли, валить? Ох, как быстро загрузка прошла. А, здравствуйте, Гордон Фриман. Рад вас видеть. О! Это чувак говорит с чуваком. Интересно. А нам что, сюда, Фриман, что ли? Серьезно? Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу вас пропустить туда. Да я и не пытался. Что ты мне рассказываешь, чувак? Интересно, не нужно ли проверить это еще раз? Проверить что? Какие-то хитрые тут чуваки, бля. Так, подожди. А, приятно видеть тебя. Мне тоже, Эйнштейн. Ха-ха-ха. Ладно. Занимайтесь своими делами, господа. Да, сэр, похоже, вам сегодня не отдохнуть. Ну, есть такое дело, на... Ну? И? Куча загрузок, я манал просто. Нужно привыкать. Технологи. Кому... Работа в команде. О. Medical Research. Что-нибудь новенькое будет, нет? Ну и ладно. Сильно... Сильно х... О! О-о-о, то самое место. Круто! Мы тут... Да мы там будем. Security Force. Опять Блэкмеса. И все. Электрическая дамба. Построена в 54-м году. Не дали прочитать, суки. Ну ладно. Я вам это, сука, припомню. Так. Едет, едет. Поезд запоздалый.
Едет, едет. Далекие края. Так. А что-нибудь внизу есть? Приветствую. Гордон, ну наконец-то. Мы только что послали образец в тестовую камеру. Мы уже исследовали его масс-спектрометром. Все в основном понятно. Нужна аппаратура с большим разрешением. Администратор убежден, что результаты анализов мы получим сегодня вечером. Но думаю, что это займет порядочно времени. Мы ждем тебя, Гордон, в тестовой камере. И... Запрещен. Открывай. Благодарочка. Приветствую. Быстрее. Подходит к критической. Что происходит с нашим оборудованием, черт побери? Этого не следовало делать с самого начала. Ага. Скоро. Это все внутри теоретических пределов. Скоро узнаем, что не стоит делать. Приветствую. Все такие дружелюбные, приветствую. Боюсь, что сегодня мы немного отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но ради великой цели. Это хорошая возможность для нас. Это самый чистый образец, который мы только видели. И потенциально самый нестабильный. Нет, нет, если провести стандартную процедуру введения, все будет хорошо. Ну, не знаю, как вы так можете уверенно говорить. Согласен, что вероятность резонанса в основных каскадах системы минимальна, но все-таки ж... Гордону совсем не обязательно все это слушать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы ведь уже убедили администрацию, что все пройдет отлично. Ну хорошо, вы правы. Гордон, мы полностью доверяем тебе. Ладно, пора приступать. Давай впустим его. Давно пора. Так. Тот самый резонанс. Так, отлично, ну. Нам наверх? Проверка. Раз, два, три. Все кажется в порядке. Ну хорошо, Гордон, скафандр тебе ничего не грозит. Очень скоро образец будет доставлен. Если ты будешь так любезен и поднимешься наверх, чтобы запустить роторы, мы разгоним масс-спектрометр до 80% и будем удерживать его на этой мощности, пока не прибудет тележка. Хорошо, теперь приступим. Ввожу эмиттеры первого уровня. Отсчет 3, 2, 1. Вижу непредсказуемые фазовые отклонения. Эмиттеры второго уровня включаю. Сейчас, сейчас. Можем предсказать, как долго система сможет проработать в таком режиме и сможем ли мы производить измерения. Пожалуйста, работай как можно быстрее. И? Тележка ж не пришла. Конденсаторы перегружены на 1... Нет, на 5%. Это, я думаю, не проблема. Нет, хотя, ну если мы... А, вот параметры уже вроде бы вернулись в нормальное состояние. Продолжаем работу. Мне только что сообщили, Гордон, что образец готов, он прибудет с минуты на минуту. Наблюдай за системой доставки, и как только образец прибудет, приступай. Боже мой! Гордон, держись подальше.
дальше от разряда. Выключение оборудования? Нет. Включаю. Так, нет, не выключается. Не выключается. Оно не выключается. Оно... Партия Гонта, здорово. Непредвиденные последствия. Ого. Знатно бомбануло. Так. Охранника ты не спасешь, да? Походу ему каюк. Охраннику. Оу. Чей-то череп. Да, знатно. Тут все. Почему они не слушали? Мы пытались предупредить их. Никогда не думал, что мне придется наблюдать такой резонанс. Тем более создать его самому. Горд, слава богу, ты жив. Хорошо, что ты в этом скафандре. Нужно сообщить об этом всем, а телефоны не работают. Пожалуйста, поднимись на поверхность и как можно быстрее и пришли помощь. Я включу для тебя сканер сетчатки. Думаю, остальные ученые с радостью тебе помогут. Мужик. С моими мозгами и твоими расчетами просто начинает. Давай! Воу, жесть. Так. Ломик. Ломик это... Хорошо. Все, кому-то там... Шестарики. Кому-то реально там пиздарики. Так, подожди. Это энергия? Энергия. Да, блядь. Да, это... Энергия восстановлена до 15%. До 15%? Как много. Так, подожди, а куда нам? Сюда? Нет, стоп, еще выше. Так, а куда? А! Блядь! Твою мать!
Так как тут работает физика по-дурацкому? Даже нас... Что, блядь? Лады. Опа-на. Сэр! Гордон, как я рад тебя видеть. Это что за мужчина? Почему у нас такой мальчок? Ты будешь меня защищать, холоп, или нет? Ну ладно, почему нет? Одному умирать скучнее. Ага, если бы. Твоему товарищу тут да, уже... Да, все эти стрельбы в тире сегодня окупятся. Угу. Окупятся. Ты идешь? Ёпарасоте. Смотри, там зомби. Ну? Красавчик. Командная работа, блядь. Так, стоп. Ага, кровь. Микроволновка. Чё, ничего не даю? Я чувствую, что я замерзаю. Чего ты замерзаешь? Не пойму. Так, подожди. Патрончики. А чё я патроны взять не могу, алло? Блять. Чувак, отвали. У меня тут патронов нету, а ты... Окей. Твою мать. Это место намного больше, чем я думал. За патронами... За патронами придется валить сюда, ёпарасоте. Ты идешь? Пиздец. Так. Смотри, тут я тварь вы... пережить, это не оставшись инвалидом. Смотри, тут тварь выпрыгнет где-то. Не здесь, но... Что здесь происходит? Воу! Ни хрена! Подожди. Ты чё, никак нельзя? А как мне... Ёпарасоте. Оп, твою мать. Подожди. Да, блядь. А как я дальше-то пройду? Мне патроны нужны. Ха. Ха, на него вторая тварь набросилась. Оставь мужика в покое, блядь. Стоп, подожди. А что тут делать? Серьезно? То есть я не вернусь уже, да? Все. Мужику хана. А почему выбора оружия нет? Шикарно. И чё? О, тьма тьмущая просто.
Так, ну я помню, что тут трэш начнется. Так. Ну не прям здесь, но... Указывай путь. Оу. Я знал, что это произойдет, но администратор даже бы и не послал, не послал меня. Мужик справимся, наверное. Вот Джимон, блядь. Нафиг паш, блядь, 8 патронов, ёбаный в рот. Я предвидел все это. Я все предсказал. Не думаю, что ты предсказал такой пиздец. Оу. Стоп. Мужик, туда рано идти. Туда еще рано идти, наверное. Оу. Кажется, я ранен. Но... Мужик, держись. Не думаю, что смогу долго продержаться. Блять! Ах ты сука! Нафиг пошел. А, Фримен, я вижу, ты тоже влип, это дело по уши. Есть такое дело, мужик. Немного. Сучара. Э, ученый, ты идешь, блядь? Ты мне открыть проход должен. Э. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Знаю. Мне нужно, чтобы ты открыл, блядь, дверь. Давай. Холоп. Hello, motherfucker. Давай, hello, motherfucker. Открывай. Мужик, спасибо. Ты мне жопу спас. А я спасу твою, наверное. Надеюсь, что люди в лямбда лаборатории возьмут все под контроль. 10 гранат. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Невероятно. Я никогда не предполагал, что такое может быть. Никто не предполагал, мужик. Так, мне надо что-то с тем делать. Мужик, пошли. Так, короче, иди сюда, мужик. Я подожду. Жди. А я пока попробую. Так. Блядь, как ты пошел? Вортигонт, блять, сраный. Блять. Нах пошел. Вот. И чё ты там найдешь, мужик? Ну спрятался ты, чё? Вот сука. Приятно видеть тебя. О. Хоть что-то. Так, а куда этого отводить-то, мужика? Я по-прежнему думаю, что теория хаоса — это чушь. Рад служить, ученый. Ну чё, погнали тогда, наверное? Куда? Так, вопрос. Если ты пришел отсюда, а что ты можешь открыть? Подожди. По-моему, мы уже назад вернуться не с... Стоп.
Ты же... Да не... Чего? Ой! А вот мне интересно, я одну теорию хочу проверить, подожди-ка. Ну, клип? Да. Ой, стоп. СВЧИЦ надо сначала врубить, да? Ой, подожди. Я хочу проверить, смогу я теоретически... Смогу, да? Опа. Так, подожди-ка, я хотел... Там взять под... Чего? А ну, подожди-ка. О, я могу вернуться. Зашибись. Я смог вернуться туда, куда хотел вернуться. Я надеюсь, не столь это критично. Но я хотел вернуться... в смысле... Подожди, ты что хочешь сказать, что... Максимум патронов это 18.75? Серьезно? То есть? А ну-ка, серьезно? Подожди-ка. Я ж надеюсь, эти патроны... Подожди-ка. Чё за... Чё за прикол? Они не подбирались по физике? Серьезно? Твою мать. Вот это прикол. Вот это подстава. Ладно. А тот мужик там же? О, здорово. Как жизнь, мужик? Так. Вернемся обратно таким же макаром. Вот. Только прикол, а реально. Для чего нам нужно было сюда таскаться? Я тебя задерживаю, да? Кого меня? Призрак говорит, что ли? Мужик, подожди. Ты меня не задерживаешь. Подожди секунду. Мужик. Мужик, ты-то за... Да. Ты застрял там, что ли? Так, подожди, если там тупик, то нафига мне мужика таскать через что-то? Я не оставляю тебя здесь, алло. Кто тебе такое сказал? Но он не поднимется сюда, это факт. Так. Хорошо. Да мужик, блять, ты мне путь преградил, ёб твою же мать. Ученые, вы иногда через жопу работаете, вы в курсе? Куда ты пошел? Все верно. Да, пиздуй сюда. Неужели я был такой обузой? Не был ты обузой, блин, ты просто мешаешься под ногами. Сколько? А, тут очень много патронов, да? Ну это хорошо. Не, мужик, зам... Да ёп, РСТ. Ну, даже не знаю, что сказать. Да я тоже. Потому что не знаю, что делать в данной ситуации. И чё? Ты там так и будешь...
сидеть. Да мужик. Ладно. Решайте свои проблемы сами. Так, подожди. Сектор. А в какой нам сектор топать? Я не туда приплыл? Твою же мать! И где за... Блять. Здорово. Здрасте. Ах ты, сука. Я тебе, блять, замахнусь. Обнаружены легкие ранения. Спасибо. За такие вот уведомления, да? Так, ну тут говнюки покатятся, да? Секунду, погнали. Воу. 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 Твою мать. Пока. Говнюки. Нихера их сколько. Чё, блядь, серьезно? Не-не-не-не-не-не, ребят, я на такое дерьмо не подписывался. Блять, в смысле, что это было? Я умер. Гениально, я умер, блять. Тогда понятно, почему я сдох. Там эти работают, ебать. Я их там. Ого. О, рано. Бать. Ребят, я на такое дерьмо не подписывался. Блять. А я туда допрыгну? Твою мать. Все это, конечно, сказочно прикольно. Кто? Да в смысле, блядь? Это что за подстава? Пиздец, блядь, просто. Подстава, нахуй. Праздник нам приходит, вкус бодрящий. Вкус пиздюлей всегда настоящий. Ну, я пытаюсь как-то немножко сгладить атмосферу праздника. Воу! Ага. Ла-ла-ла.
Энергия восстановлена до 15%. О, эти твари жесткие. Пиздюки, пиздюки, они всегда пиздюки. Энергия восстановлена до 45%. До 45%. В смысле? А, подожди, нам нужно, по-моему, ящики соотносить, да? Тут же вроде физику как надо использовать, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? О. Так, ну на этого я не попадусь, это явно. Так, подожди. То есть, чтобы перебраться на ту сторону, два варианта. Можно по ящику, да? Что, попробовать по ящикам, что ли, бомбануть? Бомбанул. Не получилось по ящикам. Блять. Это не вариант. Главное на этих тварей не попасть. И можно в лапы к тварям не попасть, да? Так, подожди. Блять. Кстати, они почему-то тонут. О. Тебе не повезло, симпатяшка. Не судьба тебе меня съесть. Ну, сегодня явно не судьба. Насчет остального я не знаю, но... Так. Блять. Что-то спина болит, ебанулся. Точнее, не спина, ну да ладно. Так. О, это сейчас самый топовый момент будет, который я знаю. Блять. Ну да. Топовый момент начался. Воу. Так. Блять, они раскачиваются, сука. Физика работает на ура, блять. Воу. Тихо, мальчик мой. Воу. Цирк. Цирк прям, блять. Так. When my heart... На-ра-на-на-ра-на-на. Загрузки тут реально, как в этом. Вот мы и попали на ту сторону, да? Так. О, это сейчас складские помещения начнутся. Глава. Следующая, да? Офис, ну да. Офис они... Энергия восстановлена до 60%. Да, кому-то пиздец. Так. На электричество нам не даст пройти, это 100%. Так. Окей. Так, подожди. Хер тебе, сучка. Не будешь ты сегодня никого кушать, мразь. Так, подожди. Гордон, если бы я не знал, что это ты, я бы тебя не впустил. Тут все собрались на поверхность. Они просто как с ума посходили, но... Кто-то тут все заклинил. Спаси нас. Ну, я пытаюсь, мужик.
Так, подожди. Так, подожди, ну там же током же все заебонькает. Так, подожди. А, все. Все, по-моему, я электричество отключил, да? По-моему. Ага. А здесь электричество все-таки, сука, работает, да? Ага. Ладно. Так, подожди. Я хотел еще проверить, что на той стороне. Ах вы сучки. Ага, хрен вам. Сосите. Так, а что тут у нас? Серьезно, патроны к пистолету? Воу. А тут неплохо так патроны к пистолету, я бы сказал. Вот это, блядь, прыжок и присед. Ну, ладно. Не будем. Так, вопрос. А что ты мне дашь, мужик? Ты ничего не хочешь? Ну и ладно, хрен с тобой. Кто там с кем сражается? А я вот не помню. Это типа два прохода или один проход? Мужик! Ты убил мужика, сука! Я пытался его спасти. Энергия восстановлена до 75%. Но у меня не получилось, ребят. Я правда пытался. Я правда пытался. Ну и ладно. Да. Ладно, мы вернемся еще туда, я думаю. Чё? Ты живой? Зона загрузки. Оу. Давай. Выходи. Ну и... Выходи, видишь, мужик. Твою мать. Так, патроны ты не спрятал, да? Сучка. И все? Только патроны? Мразь. Ну и ладно. Так, подожди. А чё? Оу. Да твою мать! А как добраться-то до пульта? Подожди-ка. Наконец-то, блядь. А
Давай. Двигай. Ебануться. Ты будешь двигать эту канитель или как? Да туда двигай, блядь. Калитку эту туда двигай, а. Ну? Ты будешь двигать туда или как? Да давай, двигай же ты ее туда, нахуй. Ну куда ты ее, блядь, двинул, а? Блядь, серьезно? Пиздец. Ладно. О. Обнаружен тяжелый перелом. Я просто думал, что уже нет смысла. А, ну да. Так. А теперь нужно двинуть сюда. И, по-моему... Куда ты, блядь, двигаешь? Он это так двигает, будто, блядь... Они картонные, отвечаю, блядь. Это какой-то пиздец. Да, блядь, еще вас не хватало. Да ёбаный в рот, почему они на месте не стоят? Блядь, реально не смешно. Блядь, ты будешь... Ты будешь забираться на эту хуйню или как? Да, блядь, какого хрена, алло? Блядь. Это какой-то пиздец, отвечаю. Так, ну я знаю, что здесь или не здесь. Тут нычки не было, да? Серьезно? Я думал, я загрузился, блядь. Да ёбаный в рот, что? Что с этими ящиками не так? Ну, блядь, не смешно. Не с... Чё это такое вот вообще? Это какой-то пиздец. Отвечаю. Подожди. В смысле? А как это канитель открывается? Стоп. Вот он, ёбаный рычаг. Кажется, я серьезно ранен. Мужик, ух, ебать! Слышите, а? Вы хоть там все сдохли? А я не... Куда ты? Куда ты, блядь, пошел? Там со всех сторон эта хуйня. Наверное. Стоп. Пиздец.
Вот таким... Чё? Заебись. Я назад почти вернулся. Патроны к дробовику — это всегда отлично. Так, подожди, а чё я наз... Стоп. То есть вы хотите сказать, что я... А как забраться наверх? Стоп, подожди, ты хочешь сказать, что вот эту канитель можно двинуть сюда? Допустим, сюда. Подожди-ка. Бля, в натуре, слышь? А, подожди. Прыгнуть сюда. Взять аптечку. Оу. А здесь это работает намного круче. Я бы сказал. Физика. Так. По-моему, мне нужно... Здорово. А что ты сделал? Ага. По-моему, они больше себя не спасут. Здравствуйте. Ты кому там говоришь? Я бы хотел добраться до того, кто во всем этом виноват. Подожди, я ученого хотел притащить. Пошли. Пошли. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Иди сюда. Авария такой силы совершенно невероятна. Сюда идите. Я остаюсь. Давай мне охранника. Да, пошли. Пошли. Всех гондонов перестреляем. Готов? Смотри, будет жестко. Блять. Мужик, молодец. Блять. Кого ты там стреляешь, алло? Сейчас, мужик, перезаряжусь. Так. Ага. Подожди-ка. О, ученый, вы чё? Панику, блядь, не разводите. Стоит ли мне выбираться на поверхность? Что если они там наверху догадаются, чем мы занимаемся здесь? Они уже догадались, чем вы тут занимаетесь. Не хотел бы ты взглянуть под микроскопом на эти анализы крови? Мужик, ты сейчас об анализах крови думаешь, блядь? Ты в курсе, что тут пиздец творится? А вы, блядь, об анализах... Чувствую засаду, лучше быть поосторожнее. Бля, это было неожиданно.
Ага. Авторизованная зона. Пошли. Пошли. О! Вы вдвоем идете, заебись. Да, мост между зрениями определенно передает органическую материю. Так, я один этого долбоеба вижу. Хедшот, сучары. Подожду прямо здесь. Продолжайте без меня. Так, я, по-моему, знаю, что тут жопа. Тут жопа не со стороны, именно. Вот, сука. Да придите в жопу! Где ж эта сука? Ага. Давай, сука. Нахер пошел. Думали наебать меня? Ха-ха-ха-ха-ха. Козок у вас наебет, а не вы меня, суки. Так, подожди. Зона загрузки. Как дела, сэр? Да? Эй, что ты тут делаешь? Наверх, скорее, скорее, за нами идут спасатели. Ага. Сосатели, а не спасатели. Чё, блядь? Один. Воу, блядь. Блядь. Суки. Не просто так тут окопали эту хуйню. Наша удача не может быть вечной. Согласен. Чё, блядь? А нам нужно сюда? Вопрос. Блять, быстрей. Чё, блять? А куда? Бляха-муха. А, это я походу сейчас. А чё это даст, вопрос? Мрази. Уёбищно. Натуре, а чё это даст? Не пойму, я по прохождению валю или я валю? Чё? Нет, судя по всему, 250.
А, это я получаю. Мужик, я не против, что ты в строю. Что это еще за черт, а? Блять. Блять. Сдохнешь ты, нет? Ага. Гранаты, дробовик. Нежданно-негаданно, да. Не спорю. Так, ладненько, хорошо. Так, ну я так понимаю, что ты нашу жопу защищать не станешь, да? Стоп. А, подожди. Это назад. Я-то в курсе, что это назад. Подожди-ка, а те где остались? О. Блин, из-за того, что там это дичь, мне тяжело. Да, мы можем прожить дольше, если будем работать вместе. Ну погнали, блядь. Что ты выделываешься? Чё, серьезно, что ли? Вот же, блин. Ну ты идешь? Алло. Гараж. Твою мать. Всё, теперь мы... Да. Ага. Мясо, мясо, мяско, да? А как нам подняться на эту дичь? А, понятно. Привет. Подожди. Да ёб твою же мать. Теория относительности. Просто. В смысле, я что-то не понял.
Энергии восстановлено до 45%. Ну хорошо, что костюм разговаривает. И то хорошо. Но погнали, чё? Да подожди, а тот костюмчик-то где? Не понял. А как тут с того костюмчика забрать? Это ж на той должно было стороне быть. Нет? А где тогда? Странненько. Ладненько, странненько. А, вот. Энергия восстановлена до 60%. Серьезно? Ну надо тогда и того добивать. Так. Энергия восстановлена до 75%. А дальше куда? Стоп. В смысле? А, вот. На, нифига себе они грызут. Конечно. По-жесткому. Я больше не могу. Чё, серьезно, он вышел в ту категорию? Лиц? Нахер пошел. Ага. Джимон, ублюдок. Ты посмотри, какой он хитрожопый. И попиздил куда-то. Он же жопа. Хитрожопое существо. Подожди. И не рассчитывай на то, что нас тут найдут. Надо добраться до поверхности. Да я-то в курсе. Здесь не работает, но мы можем лезть. Приветствую. А ты что-то мог сделать здесь, да? Или ничего ты не можешь? Система хранения, похоже, совершенно не обладала. Да, конечно, мы бы имели больше шансов объединиться. А ты идешь? Отлично. Ты даже не узнаешь, что я здесь. Пошлите! Ты идешь? Пошлите, вы мне оба нужны. Да, один из этих ребят мог бы разбросить и похлеще. А, ну если только так. О!
Вещи идут на порядок. Система хранения, похоже, совершенно не оправдала себя. Система хранения? Это какая система хранения, по-вашему? Ёпарасоте. Это вы мне сейчас предлагаете? Я знал, что это произойдет, но администратор даже бы и не послушал меня. Ребята! Я больше не выдержу. Мужику хана. Дай! И мне тоже. Твою мать. Да. А где мужик? По-моему, мужик кикнулся. Так, подожди. Ай, блядь. Подожди. Стоп. Она. Видим противника. О-о-о. Я помню, это жесткий момент. Боже мой, ради бога, скорее открой нам дверь. Они уже близко, это единственный выход. О, господи, боже, нам конец. Охренеть. Так, охранник у хана, это понятно. Тот самый популярный хэп. Это закроется хрень, если мы, по-моему, выстрелим. А я ж не смогу пройти, да? Никак. А как? Это невозможно. С технической точки стороны это невозможно. Твою мать. Да, блядь. А что ж делать-то? Подожди. Это как в той части, в старых, да? А вот и военные нахер. Где эта сучка? Тут какая-то сучка была. Что, блин? В смысле? Серьезно, это он был? Нет. Меня уже достали эти... Серьезно? Я М-ку нашел каким-то раком. Нифига себе. Энергия восстановлена до 95%. Угу. Thank you very much. Так. Угу. Плохо дело. Серьезно? На что я потратил, сука, патронов, блядь? Непонятно, блядь.
Чего? Блядь. Они телепортируются. Вот это поворот. Ага. Или не телепортируются. Не, я не пролезу там. В любом случае, я не смогу через эту дырку пролезть. А как? Это вопрос. Ёпарасоте. Твою мать. Ебать, два пулемета. Да тут не два пулемета, тут вообще до хрена пулеметов. Твою мать. Тут этих пулеметов, по-моему, на раз, два, три. Охренеть. Так. Ебануться. Вот это непруха, я бы сказал сейчас. Вода? Ебать, ни одному кажется, что тут может быть пиздарики. Воу! А куда? Блять. Блять, последний. А, блять, а там же закрыться может. А я успею? Блять. Так, подожди. Ёб твою же мать. Так, подожди, а если... сделать. Так, хорошо. Тут преграды, конечно, пиздец. Энергия восстановлена до 65%. Энергия восстановлена до 80%. Мужики, я не при делах, отвечаю. Я не при делах. Фух. Тут бомбежка реальная происходит. Так. Энергия восстановлена до 95%. Мы спасены. Слава богу, что ты здесь. Ты кто такой? Вася. Мужик, тебя могли почти кокнуть. Ёб твою мать. Чё у меня так гранат мало? Фух. Мужик. Ты прям хочешь со мной идти, что ли? Ты уверен? Ну, пошли. Thank you.
ёбки. Там броня. Там еще один у шлепа ходит. Мужик. Мужик, я тебе не советую идти. Свали. Туда. Так, подожди, а почему? Уровень энергии 100%. Понятно. Используем физику на благо. Физика на благо — это всегда хорошо. Так. А чё? С дробовиком у нас уже тоже максимум, да? Сука, он там, походу. Ох, ебать. А как это проходить-то, блядь? Вариант так проходить, нет? Там дверь закроется, если пулеметы начнут стрелять. Блять. А там чё? Ага, там военные, блять. Могу как-то забраться и наебать их. Так, подожди. Да ёб парасете. Подожди. Так. Они же там, эти уёбки? Один был тут. Подожди, а почему один? Подожди. Стоп, а мы что, не туда? Вот как можно было наебать. Я понял. Хорошо. Твою же мать. Возьми меня с собой. Я единственный, кто все знает. Yeah.
серьезно ранен. Кажется, Мужик, я бы вообще попросил об этом, сказал бы, молчал бы. И ты все равно, сука, не стал бы меня слушать. Сука, мрази, охренеть они жесткие вообще. Энергия восстановлена до 60%. Подожди-ка, мне аптека нужна. Обнаружены тяжелые ранения. Блять, почти. Морфий введен. Твою мать. И все из-за этих долбоебов, блять. Что за зона? Ну это к выходу, я в курсе, что это к выходу. Блять, ну я не знаю. А, это к той зоне ведет, в которой мы были, что ли? Типа мы вернемся назад? Прям назад-назад? Блин. Ну вот не знаю, там... Зря я перезарядился, ну ладно. Сейчас посмотрим. Оу. Походу это очень сильно зря сделал. Прям зря-зря. Меня смущал этот ящик, ну да ладно. О, да не зря. Почти. О, подожди-ка. Можете даже... Да твою же мать! С этими прыжками, блин. Ладно. Делаем так. Навскидку. Повторно бы не лохануться. Так. Блять, вы серьезно? Подожди, а как быстрая загрузка, я не пойму.
F9. Гениально. Тогда уж лучше так сохраниться. Мужики, ну вам счастье там не ждет. Не знаю, с одной стороны это... Нахрена ты? Перезарядки, блядь, ждал. Пистолет самое точное тут оружие. Я отвечаю. Мы сейчас выберемся на поверхность, в принципе. Вот. Так что, надеюсь, вам игра понравилась, первое прохождение. Я очень, в принципе, старался. Вот. Так, по-моему, сюда. Блин, не хочется мне тратить патроны на это все. Уроды. Фух. Бомбежку твари устроили. Отлично. Да. Отлично. 100% нахер. Так. Ёбаный рот. Жестко. Так. Типа нам наверх или куда? Типа все. Блять, не тупи, игра. Прошу, не тупи. Эта игра намекнула, да? Ёб твою мать. Оу! Твою! Спасибо.
Так, стоп. Стоп, в смысле, я смогу спуститься, но... туда вниз. А смысл мне туда спускаться? Твою мать. Я нычку нашел, ту самую нычку. Оу. Мужик пытался спастись, но мужик не спасся, да? Ладненько. Вопрос, ну хрена сюда вообще попёрся, если тут одни тупики практически. Я грохнул уже 12 этих ученых. Это не вот. Хрена себе. Мужики, я так к тому раскладу не был готов. Как по мне. Все это, конечно, интересно и прикольно, но... ладно. Нет, пробить я не могу, самое интересное, чё. Значит, всё-таки вниз под тем жопом нужно ходить. Блин, ну это печально. Подожди. Да. Твою мать! А кто активировал ту залупу? Ебать! Да, нехило, конечно. Нам фартит. Так. Выключу я свет. Стоп. А нахрена сюда? А куда? Воу. Да, похоже, что касается правительства, так оно решило уничтожить все и всех, кто принадлежит проекту. Судя по твоему скафандру, ты ему принадлежишь, правда? Так слушай, если кто-то и может все это прекратить, так это команда Лямбда, которая находится в противоположном конце базы. Транспортная система не работает, так что я даже и не знаю, как туда добраться. Но есть еще рельсовый транспорт где-то здесь, за комплексом хранилищ. Если бы ты смог пробраться через лабораторию ракетных испытаний, ты прошел бы через эти старые тоннели и, возможно, смог бы найти, где находятся остатки команды Лямбда. Ты можешь доверять им. Ты можешь доверять всем нам. Удачи. Спасибо, мужик. Надеюсь, что люди в Лямбда-лаборатории возьмут все под контроль.
Да. Спасибо, мужик. Подожди, мы сейчас проверим, что наверху. И вернемся к тебе. Стоп. Тупик? Ладно. Тупик так тупик. Мы не особо и надеялись, конечно, на все это. Я предвидел все это. Я все предсказал. Замечательно. Так. Ты с нами не пойдешь? Пошли. Угу. То есть ты можешь с нами пойти, да? Это хорошо. Авария такой силы совершенно невероятна. Ага. Задать жару. Ох. Я никогда не предполагал, что такое может быть. Блять. Прости, мужик. А как мне ту тварь убить? Интересно. Воу. Сучка. Твою мать. Блять. Да вы заебали. Твою же мать. Ну все, сука. Мразь. Оу. Я и не думал, что тут так жестко. А, это та штука открывается. Походу, да? Блять. Ай, блядь, я чуть ли не застрял. Нихера так быстро. Так. И чё, куда? Так, вагонетка, самое интересное, да? Воу! Нифига себе! Это было жестко. Так, а как нам через радиацию пройти? Блять! Твою же мать! Так. Стоп, а дальше как? Ебануться. Движухи, блядь. Так. Пока, пипиздюки. Подожди, а куда?
Разве сюда? Бля, походу сюда. Блять. Дохни. Кстати, пистолет против них хорошо, сука, работает. Дохни, мразь. Так, подожди, а как нам прыгнуть нормально-то? Или мы не сможем? Да в смысле? Подожди. Чё, выше забраться надо? А как я выше заберусь-то, блядь? А-а-а, вот так. Блядь. Подожди. Ну так бы и сказали. Энергия восстановлена до 85%. Уровень энергии 100%. Блять. А где вторая залупа? Лумпа за лумпа. Где вторая? Стоп. А как добраться до... Понятно. Да сдохни, мразь. Оу. Подожди. Ну как же так? Да той... Ты серьезно? Или у меня глюки? Подожди. Это вообще вариант? Вариант? А как обратно? Энергия восстановлена до 95%. Уровень энергии 100%. Так, подожди. А, вот. Тихо, 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 тихо. Твою мать. Нет, подожди, у меня такой расклад. Блять, это не тот расклад, подожди. Так, ёб твою же мать! А-а-а, пополнил, называется, запасы. В каком-то плане пополнил, в каком-то плане не восполнил, да? Загрузка. Сука. Так тебе и надо. Блять. Сдох. Ах ты тварь, ни хера себе у нее это. Концентрация. Блять. Я отсюда не попаду. Попал. Это сейчас... Воу!
хера себе повороты, блять. Ты что-нибудь скажешь, мужик? Чё? А, ты умер? Ну ладно. Так. А теперь нам надо как-то правильно это все. Чё, блядь? Тише, эта штука слышит нас. Ты думаешь, я до этого не знал? Что это еще за чёрт? Эй, эй, сюда, скорее! Ну, намёки понятно, что гранаты нужны, чтобы эту штуку отвлечь. Фух. Ладно, народ. Я думаю, давайте на этом интересном месте мы закончим. Наша удача не может быть вечной. Согласен. Но и стрим тоже не может быть вечным. Так. Сейчас я сохранюсь. Задать жару. Вот. Двумя сохранениями сохранюсь. Вот. А всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Надеюсь, вам данное прохождение понравилось. Мы с этого момента начнем уже в следующий раз. А всем до новых встреч. Всем всего хорошего. Да, один из этих ребят мог бы развратить все и похлеще. Да, чувак, мы тебя поняли. Не забывайте про лайки, про комментарии, про колокольчик. А всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем удачи и всем пока-пока.